сорт острого перца Хабанера Неон. Этот перец относится к виду Capsicum chinensis. Вот такие вот красивые перчики, которые созревают от зеленого цвета, потом вот такие вот смешанный зеленый с ярко-желтым цветом, и в конечном результате ярко-ярко-ярко-желтый неоновый цвет. Высота такого кустика достигает от 60 до 80 сантиметров. Этот сорт многолетний, его можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике. На подоконнике у него высота будет не до пределов 50 сантиметров. Этот сорт высокоурожайный. Посмотрите, какое большое, ребята, количество у него плодов. Очень и очень много. Острота у такого перца от 100 до 300 тысяч скобелей. Это довольно острый перец. Очень вкусный, очень ароматный. Вкус у него сладковатый, пряный, очень насыщенный. Срок созревания такого перца от 60 до 70 дней. Это, можно сказать, ранний сорт перца. Я уже собрал с большей части перцев сами перчики. И вот такие вот, смотрите, красавцы. Советую вам выращивать. Он неприхотливый, очень вкусный и очень высокоурожайный. Если вам понравился этот сорт и вы хотите его приобрести, вы можете купить его у нас. Ссылочки на наши каталоги вы можете найти под этим видео в верхней строке комментариев. Там есть каталоги на семена томатов, семена перцев и также наши соусы. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.